моя душа, ядро земли греховной, мятежным силам отдаваясь в плен, ты изнываешь от нужды духовной и тратишься на роспись внешних стен. Ты изнываешь от нужды духовной и тратишься на роспись внешних стен. Недолгий гость, зачем такие средства расходуешь на свой наемный дом, чтобы слепым червям отдать наследство, имущество, добытое трудом, чтобы слепым червям отдать наследство, имущество, добытое трудом. Расти, душа, и насыщайся волю, копи свой клад за счет бегущих дней, и лучшую приобретая долю, живи богаче, внешне победнее.